Sims. И чё это? Это так и будет? Ну, а чё тебе против Sims ты имеешь? Уже не понимаю. Установка последней версии Original. Ты давай, ну Sims ты не гони. Sims стоит, это как бы Sims. Так, требуется обновление. Доступно без... Так, обновить. Ты слышишь, какой у меня сериал идет, Данил? Нет. Ну, полицейский шум. Скажи, как мне горло починить, чтобы оно не болело? Мириместин. Я даже есть нормально не могу. Знаешь, как будто ножик в горло запихивают. Ангина, может быть. Так отвратительно. Че там по скорости как? 8 минут пишут. Мы все были отключены. Ты офигел? Уже 9 минут. Пробегусь пока. Скорость. Все равно садились быстро. Чисто в теории вроде даже и FPS-ик побольше должно быть. Ну так по почнотам, если судить. А сейчас, кстати, если игра крашится. Перезайти можно. Нет. Сейчас, короче, вроде ошибка должна писаться. Либо если не будет писаться ошибка, то в папке с игрой есть файлик, где пишется ошибка. Что-то вот ошибка пишется. Перезайти не надо. Если перезайти можно было, тогда... Но это для слабых, походу. Они же сказали, что... А сейчас, кстати, репорт. Да? Да. Так что за что? Можем тему репортить. За что там можно репортить вообще? Ну, за читы, если читер. Читеры как будто не попадались. Какие читеры вообще? Как они вообще в этой игре выглядят? Ни разу не видел, да? Нет. И честно, мне кажется, вот я ни разу не встречал. Сейчас, кстати, же этих читеров-то это. По системкам банят, поэтому. Мне кажется, читеров-то мало будет. В смысле по системкам? Ну, в смысле, новый аккаунт там не поможет, новый комп не поможет, новый интернет тебе не поможет.
Да ладно. Это как? Тогда что забанить вообще? Не, ну в смысле по компу. По компу банят, да. Типа новый комп, да? Тогда это может работать будет. Интересно. По материнке, короче. Материнку поменяешь, понял. Ну, немного невыгодно, наверное, менять материнку. Это, конечно. Сколько, Данил, ты полчаса качал? Что меньше? Пишет 4 минуты. С той скоростью, которая сейчас у меня есть. Пысиком. Мало? Ну, у меня стрим просто включил. А зачем? Я просто включил. Почему нет? Так я спросил, зачем. Так я ответил. Нет, не ответил. Сказал, почему не делать. Ну не ответил, зачем включить. Ни хера он носится. А? А ты его уже купил, что ли? Конечно. Если, конечно. Я не понял. Че? Да ну ты что? 26 тысяч было. А он тоже за 11 тысяч, да? Так же. Как все? Что там за пропускной этот-то? Сколько стоит? 750. Это сейчас в деньгах сказал? В монетках? В монетках? 950 монет. Нет. А там плюшки какие-то? И нет никаких. Стоит она так, короче, что ли? Не знаю. Ну ты взял уже? Да? Там типа. Я взял. Я имею в виду так, потому что. Типа. Если его покупаешь, он типа. Покупается. А-а-а. Ну, ты типа. Так сказать. Там, короче, за левелы дают монетки. Такие же, которые ты его покупаешь. И чисто в теории до конца, если ты его прокачаешь. Ну, грубо говоря, следующий ты уже бесплатно, я так понимаю, покупаешь, если у нас такой же самый будет. Отлично. И плюс еще шмотки. Ну, я говорю, я читал где-то что-то. Я не знаю, сколько монет дают, на самом деле, надо посмотреть. Ладно. Ну сейчас я подойду. Ring closes in 10. Got it yet?
Hello. Здравствуй. Че? Как он? Так себе. Что за первый сезон, я не понял. Что началось-то? Я не понял, что надо заходить тебе руинить? Да, не обязательно. Я сам могу поруинить. Сам можешь? Да ко мне вон такие же попались, как вы. Размотал такой сквад, который их нокнул. Пошел резать, они в двух метрах, там резалка от них. Ну, взял и гнул. Пока второго резнул, того. Опять слился. А че, каждый новый герой будет еще с меньшей моделькой, да, чем предыдущая? Или как? Меньше. Че у него моделька такая маленькая? Да не маленькая, он высокий довольно. Высокий? Да. Еще толстых пофиксили. Ну, подойду. Да. Кирилл, петух? Ой, же говорю, Кирилл Петух. Да-да-да. Что там происходит? Лё. Это тебе там написывает, да? Да. Я понял, я только говорю, Кирилл Петух, и там ты-ды-дын, ты-ды-дын. А я такой, о, натуре петух, и там опять ты-ды-дын. Всем вот этим. Есть.
До этого же просто. Ебать! Ебать, просто нахуй. Это. Ведьма ебаным бил, блять. Ну, как... слушай, он по росту вообще прям как этот. Как Бангалор. Ну как вот Бангалор, там... но он, блядь. Но он похудее, мне кажется. Ну, похудее, да. Такой, знаешь, это дрыщеватый. Дрыщок? Ну. Думаешь, что плохо? Да нет. Типа, неужели, блядь? Братыч. Выиграли, блядь. Братуй. Ни хрена себе. Игра даже в этом запустилась. В полном. А не в окне. Починили, что ли? Тебе кажется. Сейчас вылетит, да? Да-да-да. Бля, ебать, ну нахуй, сейчас на водичке беру. What the fuck? Засолил, пиздец. Смотришь, что ли? Вся, они уже победили. Ну, ты чё так видишь? Что это было? Мой пацан стреляет в меня, это нормально? Я видел это. Я же а потом он пытался его поднять? Да он казнить пытался. Это который четвертого, ой, восьмого левела был? Кирилл, что, заходишь? Ну, я зашу, сейчас. Ебать, сейчас, короче, ты, блядь, Роджер, блядь, нахуй, ну и в этой. Блядь, да как она называется? Ты чё мне в башке вылетело, ёб твою мать, нахуй. На ведьме на этой ёбаной, блядь. Дарквиллоу, блядь, вот. Ты, блядь, взял соло фантомку, размотал шестислотовую, блядь. Просто двумя кнопками, блядь, взял и убил, нахуй. Данила, там сколько за это начисляется? Немного. Немного? Начисляется. Чё, покатить подойду. Блин, а чё Макс опять вот этот в стиме в сети ебадят? В сети... Шо он? Обиделся, наверное, на толстом. То, что всё-таки живой? Фантазер. Ты меня называла. The fuck? Ты чё? Да пиздец, ебать, нахуй, я сегодня спать пошёл, блядь. Ты на перчатку спать пошёл, короче, блядь. Как обычно, я сидел везде, блядь, нахуй, часа полтора, блядь. Залип в эту хуйню. Фантазёра ебаного, он меня, блядь, до сих пор уже... Из-за фантазёра? Да, блядь, нет, ну там, типа, это... Досик был. Да, блядь, с хуйнёй, блядь, с фантазёром, блядь. Я сейчас, блядь, уже часа 4, наверное, сижу, эту хуйню вспоминаю, блядь. Ничего. Кирилл, чё ты? Pathfinder, кстати, сейчас может это... Сейчас иду. Хуком на зиплайн ловить. А, я на зиплайн прыгать сразу?
Коп? Нет, он притягивается к зиплайну. Ну, ну, то же самое, по сути. Только Ешку надо успевать нажимать. К веревке или к столбику этому? К веревке, наверное. Наверное? Зиплайн имеется в виду веревка. Ну, нет, ты к зиплайну перезайду. Там уже, блядь, уже с палочки начинается. Игра началась? Почти началась. Ну, сыграй сейчас. Да я уже отменил. Бать, необходим сотый уровень? Прикольно, короче, скин на столе улучшается за то, что ты убиваешь типов. Прикольная тема. Такой херни я еще не видел, мне кажется. В окне открылось. Все понятно. Не пофиксили. Блять, как это нельзя пофиксить, блять? Сука, что это нахуй? Чего? Ну, блять, ну типа это что-то конный, блять. Бля, кстати, на самом деле. Может быть это так вот надо делать? Где игра-то, блядь, устанавливается? Куда? Вспомнить Ты что там, Кирилл? Давай Макса заинвайтим. Да. Все, Тём, опаздываешь. Чё? Все, говорю, кто успел, тот успел. Ну, а Макс, кстати, с чего? А почему у меня вообще обновление приостановилось, ебать? Охуенно. Что за хуйня? А мне может, что у меня место на хапу? Чё? Я же вчера поставил эту охуенную игру. Просто берет, короче, и останавливает обновление. Он берет, только качает, короче, такой, типа, хватит, типа, иди нахуй. Почему я? Алло, господа. Не знаю, где двери. Просто ник жесткий, я уже боюсь. Пусть маньяк 21, да. Все. Сам летит кто-то? Никит, нормально, нет, ему. Летят, летят. Фантазер. Бала. Давай, пойдем. Разбрызги крутит, просто. Данил, у тебя вроде там бегает. Я слышу. А, нет, не у тебя. Это нет, у меня бегает. Парни, походу, наш. У тебя что-нибудь стрелять есть? Я нашел. Я убегаю. На. Да я сейчас возьму здесь. Я тебе скинул, возьми ствол, пошли. Какой? Бейбет. Там ищейка лишь. Взял? Да. О, пока немного, но у меня не больше. Наверху пролетел сейчас. Это.
Блять, у него типа кушка вообще без кулдауна? Ну он с хпшки же. Блять, он регенит их потом. Нормально. В принципе. Я тебе говорю. Это шприц, конечно, въебали, блядь. Вот, у него хп немного. Хорош. Лучше поставь. Надо вот это. Бежит кто-то. Бегут, бегут. Давай, Кирилл. Там нокнутый еще один лежит. Еще один по лестнице поднимается. Блин, патронов мало. Ну и мы старались. Я считаю, это неплохо. Можете играть еще одну. У меня план как раз закачается. Верно. Но это не точно. Фантазер! Кирюха, ты умна. Красивая и бледна. Сейчас подойду. Алло. Ольга. Вы, кстати, знаете, мне так нравится, что он только рожей на весь экран. Знаете, что все оружие, кстати, с жилыми боеприпасами замедляет при попадании. Типа больно, тяжело становится, когда попадают. Вес увеличивается, да? Вот это. Сами солы этого делать не умеют. This is your champion. Wanna be here? Take me out. Фантазер. Так сказать. Делать? Блять, интервью с Пашком проебал, ёб твою мать! Мозамбика лежит, надо? Конечно.
тот-то ни хера, он, конечно, бегает. А чё я вообще за кого играю? Ой, как они достали это? Брать этих? Да. Чё-то никого нет, да? Я тут. Валом. Так, ну чё мы куда? Я пока ещё тут. Да, он там тыкает. Чё? Вот понял. Вот так. Ни хрена, ты побежал. Работаем. Подожди, это еще не все. Конечно, как я вижу одно. Help me. Что, на крыше пацан скелет этого мармора? Ага, меня с твоей стороны до него убили. Так, я же нажал. Дал, помоги мне. Ну, так у меня здесь тоже. Healing. Ah, this is taking too long. Shooting at me. What the fuck? Как я люблю, когда вы сливаетесь. Игра с друзьями написано 0. Его с друга, короче, не считает боевой пропуск.
Смотри. Чего? Боевой пропуск я за друга не считаю. Хорошо. Чё-то я не пойму. Да пощёль ты! Да так сыграл, наверное. Вот там. После этой... Чё ты рёшь, блин? А хули бы нет? Хули сегодня так поздно пришёл бы? Блять, быстрее поменять. Да, поменять. Let's go for a ride. Взял, забрал, ёпану в рот. Данил, Данил. Зачем ты меня Октейна забрал, Данил? Зачем он тебе? А зачем он тебе? Я его ждал. Я тоже. Когда? Когда это было? Ну-ка, давай, я как вспомню. Я вот прямо сейчас, ебать, зашел, ебать, я такой, типа, блядь, ебану в рот, я же играй. Ой-ой-ой, подождите, что-то я разбиться нахуй не могу. А че, полетели на донесении? А че меня лагает так игра, пиздец? Ой-ой-ой, погодите. Это что-то от ниси, нет его. Да нет. Давай с нами. Мы не летаем, да? Как, я говорю, у меня это... В этой... В подвале один. Я же говорю, лагает. А это нормально, Кирилл, что вот так вот делать, нет? В смысле? Я бежал туда, а ты такой раз на херне своей прилетел. Чё? В этом был. Ты чё? Чё, ебать, какая разница, что я на этой хуйне прилетел, ебать? Я открыл, блядь. Это, блядь, из-под носа пиздишь. Петух. И чё, я не забежал? Да? Я наверху. А сейчас прыгну. А я без всего. Кирилл уже у нас пиздатый. Положи. Наверх поднимается. Блять. Плани! На той стороне. Я знаю. Охуенно! Смог меня ёбнул, дайте это. Нокнул на той стороне. Ты мы убивай его. Да, я за этими шел. Я не помню, как я рейф, ебать, не уебал. Типа, я ее хукаю, ебать, из автоатаки, блядь, попал в нее. Из автоатаки. Дара. У меня нет патронов. Не сыпал? Да. Крыл аккурат. Тёма? Ты чё? Да. Зачем ты меня сажал? Я закрыл её. Так это... Раньше времени. А у тебя чё здесь? А нет, это открытое, нормально? Ну да, как...
Видел, как она это, того самого? Кого того? Того самого, застряла во мне. Я это видел, да. Эти мушки все пулеметов вообще кончено. Фантазер. Тема норма. Да, body shield here. Level 1. Сейчас. Сейчас мне кажется, я когда я на одну секунду сделали. Кого? Когда я на одну секунду еще сделали, 15 было, сейчас 14. Да не трогай. Где армор-то, блядь? Ну, хорошо. У них? Блядь. Че, вы еще взялись? О, как четко. Body shield here. Level 2. Такое надо тебе? Сейчас, подожди, проверь, не просядет. Бля, в натуре можно. И он сразу же едет. Да? Там, по-моему, это, внизу бегают, лутаются. Если не ошибаюсь. Даже резко там. На водичке? Где-то, да. Да, на водичке. Бэтхаунд где-то. А, нет, это пиздец. Блядь, почему он не в ту сторону летит? Там? Ой, там стреляются уже. Подождите. Работаем. За, блядь, звуки, когда ты теперь за зоной, блядь. Да, новые звуки. Музычка, блядь, еще какая-то подыгрывает, блядь. Тома, погнали. Ёбываем? Нет. Оп! А нет, Данил, за не цепляется. Звездочку кинул. Справа, по-моему, справа. Че, Кирилл вылетел или че, почему? Давай мы играем. Нет, он, наверное, зону побежал. Мне нравится.
Чё за... Твоё... А, цифра. Не, да хуя. Тебя дропну потом. Проебать бежать нахуй. Да, мы... Можем на моих штуках. Еще разок прыгнуть. Как бы вот этот перепрыгнуть. Короче, у тебя МКД есть. Когда ХП не так много, то КД есть. Зачем я с тобой побежал? Ты выбрал самый длинный путь просто. Почему? Самый короткий выбор, что ты будешь. Какие менты? Нет ментов. Я манерый. Куда я побежал? Что у меня там? С аптечками, да, вообще дроп. Тоже дроп. Блять, Данил, надо еще раз бежать! Я вижу! Сейчас-то даже это догоняю вроде зону нормально. Бля, это хилится. У тебя есть еще? Пока. У меня большая есть. Нет! Оп-оп-оп. Не успел, по-моему, тут подобрать. Не успел. Ну и хер с ним. На счет. Не-не-не, пожирай, пошли. Потом скинешь. Все, потом уже не дам. Да ладно, там еще Феникс есть, нормально. I am repairing myself. Какая ситуация? У тебя на патроны нет? Не пока. Да кто мне со спины ты ебашит, блять? Наверное, кто, те самые, кто, с кем мы не стрелялись? Ты, блять, ну. Так, а чё, я пошел, блять, этому придурочному помогать, блять, изначально. Здесь вот лестница у меня. У него он щитом. А у нас кто с щитом? А я с щитом. Не я. Где он идет? Сколько здесь кодов-то было, блядь? Два их было. Два, только я не знаю, нахуя было ли их, те, которые за зоной, блядь.
Есть зерзоны передо мной вот были. Я в двоих вот, передо мной двое было, я двоих стрелял. Ну иди прямо, блядь, слева от тебя стоит, блядь, нахуй, прямо в упоре, блядь. С ними стреляется. Такой... Да, да, с ними ты причем стреляется. Кто меня убил? Такой... Кто меня ебанул, блядь? Мне кажется, стоило сначала в ситуации разобраться, а потом уже руками махать. Тёма, бери. Раз хочешь на наркомании сыграть. Ну, Октейн, попробуй. Фантазёр! Ты Кирюха назвала! Все соседи придут, ахуй, наверное. Красил. Все покрасиво. This is your champion. They say death catches up to everyone. He can certainly try. Да блять, почему опять я-то? Ой, а чёрт, прям вот так вот? Прям вот так? Да. Я к такому не был. Это слишком аморально. Вот там. Ебать, тут такая вафля. Не бегать, пожалуйста. Там трупозарядник. Трупозарядник? Трупозарядник. Это кажется что-то из Warcraft 3, не? Трупозарядник? Да. Че, прыгаем, нет? Прыгаем. Блять, я на самом деле боюсь так вот, когда я прыгаю с корабля, а мне уже пишут, вы не в зоне действия. Вернитесь в зону, блять. Забыл, что ли, за нежить, когда играл? Там штучка такая есть. Мясо заряжало и стреляло. Катапульта. Я уж не помню, когда вот ты последний раз играл. Я-то когда в нее последний раз играл, я помню. Легенды не забываются, понимаешь? Ну, в смысле, я просто за нежить любил. Это же топовая раса. Более там такие... Фаста. Пуджики такие красивые как... были. А, то бишь ты ее просто берешь, короче, и она у тебя кидается, да? О. У меня тип. И не один. Можно мне армор вообще идти в этой игре? Ты так кого еще стреляешь, блядь? Здесь бегает. Ебана в рот, блядь. Кому воевать? Блядь, вижу его. У него без хп вот сюда ушел. Хилюсь пока. Где он? В доме должен быть. Ну не точно. Сзади. Это
Двое. Да, в доме нет. Ну, он за, думал, потом что он за. А, меня оттуда дали сверху. Еще третий прибежали, блядь. Так, вы уже сказали об этом? Нет, еще одни. А, ну да, вижу. Там еще и ебать. Да, там еще, блядь, с другой стороны там прижал. Они меня начали стрелять, блядь. Потому что долго с ними разбираемся. Так. Ты не взял пацанов, забайтил еще куда-то, блядь. Да, в смысле, я шо... Я стоял, лутал ящики. Мимо меня пробегает тип, но я такой начинаю у него стрелять. Мне начинает стрелять другой, но я убиваю его. Ну, что-то я... Почему игра с друзьями ноль? Друзья, работает пока. Ой, я тут за каждую легенду на пакет. Все понял. Работаем. А где ты вообще видишь, ебать? Игра с друзьями, у меня сейчас какой-то не. А, нет, есть. Да там, бля, хуй не дают. Мне вообще ничего не дают. Там 60. Мне 66 экспи дали за это. Друзьями. Еще приду. Ну давай! Точно, сейчас тоже. Ну давай! Блин, не спишь еще. Так время-то еще. Ладно, так я уже обычно в это время начинаешь, знаешь, что я сейчас спать пойду. Чей, вот давай, вот хуй ты пиздишь, вот, блядь. Я не пизжу. Вот сейчас до него подойдет и докажет. Плохо, конечно, то, что он прыгает, но ладно. Че это за передавство, я не понял. Не было передавства. Это... Че, тебе роли не сбрасывается, что ли? Я не понял. Чего? Если про ФК-шел роль тебе не сбрасывается, что ли? А, видимо, мы все просто про ФК-шел, нет? Типа кидает на рандома? Данил, вот Кирюха же постоянно где-то вот примерно в это время, блядь, станет то, что ему спать пора уже. Ну нет. Как понял, сука? Блять, пушка выключилась. Тём, не то еще время, не то. Рано ладно, еще. Ладно, то время через 20 минут начнется, да, Данил? Нет. Сука! Как нет? Чуть-чуть позже. Так, а во, он уже, блять, нахуй в это время уже стонет, блять, нахуй. Ну, не, у него начинается. Да, у него столько. Хватит чавкать, блядь. Кидай там, кстати, довольно далеко эту штуку. О, прыгалка-то? Фаста! Оп! Бля, у меня укол так нормально, вообще нормально. Серьезно, они все еще эту штуку не добавили? Я думал, они добавят. Ну что, если у тебя есть оружие без прицела? А, что это? Да, чтобы на него одевалось? На него. Чтобы на него переключать? Ну как бы, блин, бесит. Ну вот так тогда в натуре далеко кидает. Я так понимаю, у ХП регенится только когда это... Первый раз. Ну, в смысле, юзаешь, когда и... За тот юз регенится. А не все. Я так думаю.
ultimate accelerant here. Блять, батя пришел. Батя пришел? Я ебать. А я в той катке ускорителей для Кирилла нашел много. Тихо. Ты нашел? Надо уйти отсюда, пацаны, тут трое типов, короче. Тусуется. В смысле, уйти? Почему? Ну, прямом, ну, потому что я там был один на тот момент. Я не военный. Ну-ка, можем все прийти, нет? Так мы можем, но вы следите дальше, лутаетесь. Так пошли. Пойдем. 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 Ну, пойдем. Пойдем тогда, чё? Так и пошли тогда. Где они? Вверх, наверное, уже тогда съебались ближе к зоне. Блять, мне опять мешка. Че, что за хуйня? Вижу. Вон они бегут. Фасту спарин. Сейчас подожди на. Оп. Где ты? Так они сейчас пойдут там, где мы были. И как бы такое. И они туда и. Пойдем без армор. Ни хрена мне сейчас продамажили, блядь. Хуй, они все в порядке, они меня вообще не видят, ебать, и сюда стреляют. Оу! Туннель перед. Беренька? Беренька. Они подрашивают. У тебя прям перед тобой стоят. Да я, блядь, с одними стреляюсь, мне, сука, опять. Логично, их трое там. Внимай, Кирилл. Блять, вовремя. Вот как он вовремя, блять, выйдет нахуй? Данил, у тебя на крыше. Прибежал, тем убил. Нет, прибежал. Она упала вниз. Ебать, Данил, не башь. Добил, что ли? Да? Я так сижу. Она пробегает, его добивает, убегает. Нормальные какие-то. Так, тебя не лутает. Чем ты, блядь, меня утонул нахуй, я, блядь, тебя сразу же, блядь, лезь, блядь, нахуй, фром друзья, ебать, и все. Пошел нахуй, пидораса, вот так вот еще сказал. А ты помнишь, Данил, того черта ебаного, когда я прыгал на этом? На этом, блядь. Как, блядь, на Pathfinder, блядь. Скакал, нахуй. Через водичку пытался перепрыгнуть и утонул. А она взяла меня, залутала всего, блядь. Шлюха ебаная. Меня тоже. Забыл, что ли? Так нет, тебя. Я тоже по жопанскому так зал. А, охуенно, то бишь у меня сейчас был прицел нормальный, да, ебать? А я бегал с этой хуйней. Пись. Что есть? Light ammo here. Надо есть light ammo here. Карабин есть. Да. Там, в первом этаже.
Спасибо, ёпта! А величка есть? Не понял. Отлично. Почему у меня 2 кило? А почему? Их тоже. Ты же двоих убил. Но я одного, двоих. В смысле? Как ты одного? А, точно, все, вспомнил, ты же его подал. Я просто помню, что я что-то вроде ты херах и пояснял. Ты до хера хп снял, ебать. Да, я подошел. Вспомнил, да. Я подошел, я стройки в голову въебал, ебать, на 28 хп, блять. Че успел, то и взял. Бля, ебать, он. Ты вообще нормально, он носится еще. Короче, убери этот ствол из рук, он пистолетик делает. Да. На это я внимание обратил уже. Солдали. Так, выборочно. Сейчас на этой штуке. Они, наверное, полетят на шарике. Да, ты синь, конечно, кэрс упадешь. О, там фиолетовый армор, я помню. Да. Да, не упадет. Я один раз троечки попал, конечно. А энергетический есть у кого-нибудь, если что? Нет. Пойдем в другую сторону. Вон энергетический лежат. Здесь. А, я сам бежал, да. С другой стороны зайдем, не хочу. А потом шприц когда достает еще такой эту панки хуй ебать. Optics here, mid range. 45 seconds, rings close. Energy ammo here. Less than 30 seconds. Что за хуйня? Подожди, тихо. Бля, подо мной бегаю сверху, бля, в моем доме. Нормально мне сейчас тебя через дверь нахуй дали. Я тяжусь еще. Я сейчас помогу. Дай кнопку. У меня последняя. За мной бегу. В доме где-то была. В доме вот в этом была. Все, убили. Какие молодцы. Арморчик золотой у нее. Это да. Да и здесь тоже где-то. Спиздил, да? Я нет. Да здесь тоже вроде был. Или нет? Нет, это у нее только золотой армор. Значит, я это ей хуярил. Она в дом забежала такая ко мне, ебать. Я такой, опа, ебать, с ней я точно не хочу воевать.
где, блядь, тут дырка? Почему? Так, кстати, те самые попали. По которым мы стреляли. Да. Ну, это не точно. В наших профессиях ничего не бывает точно. Именно. Heads up, new kill leader. Не, мне больше понравилось, как мне, блядь, нахуй потом через дверь дали, блядь. Прямо. Сочно. Дверь закрыла, ебать, мне такая плевуха, блядь, нахуй в спину. Бам, блядь. Получай, сука, блядь. Последняя тряпка это осталось. А, да? Да, сейчас призову. Да нету там столько, что ты пиздишь, блядь. Спиздил уже. Да не его байтит. Нашел. Ага, вижу. По мне хуеет. Нарабатываем, нет, по ним? Наверное, не шу. Я только двоих вижу. Может, двое осталось. Нокнул одного. Ничего себе. Топа. Она вообще нормально стреляет, нет? На мне прямо оббегает. Подбежала к тебе уже, Данил. Я вижу. Без армора. Че, сука, блядь, дереза ебаная, блядь, нахуй. На тебе, блядь. Сейчас как-то. Хуяна, блядь. Нихуяна с ведомого дает, блядь. У меня аж прицел отлетел, когда она на меня попала. Я аж упал, ебать, когда она попала. Ебать, там охуенно 104 урона. Мне вы вообще не показываете. Показывает только я, ебать. Вообще медленно качать так-то. Боевой пропуск? Угу. А чё, я один? Чё, я один играю? Всё, нет, вместе играем. And victory will follow. Фантазер! Big days are coming for us. I'll find mine. Avoid death as closely as possible. Как обычно, Google там нормальную тему анонсировали. Ну, естественно, в России она не выходит. По крайней мере, в ближайшие годы. Че они придумали? Стриминговые технологии. В плане? Ну как. Как бы на удаленке запускаешь и все. For sudden death.
гейминг на всех платформах с помощью облака, поддерживая все существующие платформы планшетов, контроллеров. Интеграция с YouTube, запуск и распространение несколько секунд. Ну, еще два метра с нами летят. Чак. Еще два склада с нами летят. Понял. Давайте в угол. В дальний, правый часа. Сам ты в угол, блядь, иди. Нихуя нас в угол посылает, блядь. Агрессивный, я снимаю. Ну. Можно не лагать, пожалуйста? Ага! Тут уже пяти передо мной залутался. Йо. У меня здесь бегает. Блядь, да что он так лагает-то, а? Пиздец, меня двоем расхуярили. Оба здесь бегают. Килочку поставь. Поставил. Без армара, робот! Лол хп вообще. Махнуло. С руки, блять, нахуй! Я не видел, Тёма, что ты на этом играешь. Ты меня прямо... Да, это... А ты думал это? Да, это? Конечно, я это такой от яду бегаю, убегаю. Не, я подбежал, кинул две бочки, блядь, нахуй, и это, и пошел Кирюху резать, блядь, сразу же. Типа, а хули делать? А, можно мне длинный лук? Бегут еще. О? Длинный лук. Да, можно. Тёма уже не надо. Держите, пожалуйста. Да держите, пожалуйста. А можно меня похилить, пожалуйста? Да. Да пиздец, блядь, хуярит. К вам побежал. В спину запутанил. Да-да-да, вот он у меня так же. Ну я одного убил. Одного прям вообще до конца убил. Так что, если чё... У меня патронов не хватит. На мне бегает. Бочку даю. Спасибо за информацию. Улетел туда куда-то один. Спасибо за инфу, блять! Главное своевременно. На мне. Все, у меня патронов нет, ебать, нахуй. У тебя перед тобой патроны лежат. На кровати, Тёма, слева от тебя на кровати. Слева на кровать. Да на кровати, блять, перед тобой. Это кровать? Да. Бля, он, блять, сука, сзади меня! Давай, Тёма, давай. Тащи, тащи. Да сука! Толку то блять, нахуй патроны, говорит, я подобрал, там было 10 штук, блять. Ну, сколько то нет, хуй его знает. Я даже вам сейчас помочь не смогу. А че ты нас тут тогда резнул? Все нормально, что мы с этим делать будем? Все нормально, сейчас пойдем, ебать, нахуй, залутаемся, блядь. Вон, звездочка лежит, ебать. Звездочку берите, пошли воевать. На! 10 патронов, ебать, есть. Фу. Ладно. Видите, как это? Так, все, Тёма, я ниндзя, на патроны. Так на такую. Нет, все, я ниндзя. У меня звездочки. Че, идем убивать? Ну, уже пошли. Сейчас я приземлюсь и звездочка его. С
сука, одним патроном его, похуй, блядь, набил. Нет. Сейчас, говорит, я приземлюсь одним патроном и звёздочкой его. Да, почти получилось. Пацаны, надо легкий, так же до сих пор. Видишь, я же знал то, что сейчас его забачу, нарезалку, и все, ебать. Кем я нашел? Я в прошлый. Я его в прошлый можно... раз почти добил. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну видишь, что и он их подобрать нормально не мог. Чтобы бочки. А я так понял, я рюкзак-то не верну, да, свой, Данил? Какой рюкзак? Ты че, о чем? А какой у тебя рюкзак был? У Данила спроси, какой. Он знает, какой. Нормальный рюкзак. То, что он на нем, бля. Дань, чё? Нормальный рюкзак. Ой, я не знаю, про какой он рюкзак. Ты знаешь, про какой он рюкзак? Да, не в курсе. Ты... На чем? На тему. О, спасибо. Турбочаджа мне не надо. О, там друг падает, нормально. Фантазер. Опа. Личный. Ты чё сейчас, ты чё сейчас-то забрал, блядь? Не понимаю, о чём вы? Нормально? Нормально? Нет? Всё, блядь? Всё в порядке. Охуенно, блядь. Всё ломаю. А на яйце в порядке. Че, пойдем куда-нибудь? Сейчас пойдем. Да, там уже 6 осталось. Ну, как обычно. Почему я, блядь, нахуй, я не могу эту штуку взять? Ну так же нечестно же, почему Pathfinder может, а я не могу? Куда идем-то? Не знаю. Сейчас следующая зона. Неожиданно, да? Ебись, чука, пойдем. Мне вот... Надо вот это вот. Хотя ладно. Кого? Все, а, у меня вообще таких нет. Одна штука. У меня есть большие. А, одна маленькая. А, аптечек у меня всего две маленьких. Ладно, ты хочешь, как хочешь. А, я уж нормально себе. Хватит. Тёма, ну там... Какую я хочу? Но у меня 260 уже, уже нормально. Да вначале их, блядь, нет, никогда не хватает. Куда бежим? Данил, у тебя лук? Да. С черпалом надо? Давай. Ну, забери. Thanks. Фантазер. Ты Кирюху называла. Чем мы работаем? Я не умею далеко. Так, а мы идем близко. Там вот дропы какие-то летают от Кирилла. Кажется, это было палево, маленько. Прям на нас? Слушай, фактически? Там даже не знаю, вот она, я не знаю. Не походу вообще все с другой стороны воюют. Так-то ж еще 4 отряда осталось. Уже написано 3.
более 3. А выстрела все еще не было. Че, заминироваться? Хуй дверь ты закрыл, блядь. Охуеть, блядь. Это, блядь, подстава была. Вставляем. Здесь армор чаржить. Блядь, Данил. Гаш. Армор есть, да, надо скинуть. Скинуть, нет? Можно еще? А еще есть. Я большую бы, наверное, забрал. Ты мне нацелился, блядь. Бля, мне прицел надо найти. Какой? Целом. Какой тебе прицел надо? Че надо, быстро их латать? Где? Наверху? Да. Наверху, походу. А, я вот вижу. Ну, позиция так-то, конечно, такая себе. Ну, а что-нибудь получше за ней, давайте свалим отсюда пока что. Давай. Так, подожди. Или чали, может. Не, они как бы тоже не в зоне, как бы тоже бежать туда надо. На клань пойти, чтоб я бочек накидал еще. Пойдем. Думаю, это наш лучший вариант. Че за хуйня? Почему я резко камеру перебатил? Показывать, типа, я дамажу в кого-то. Ну, не как дамажу в кого-то, а как прицел, короче, появляется. А вот эту вот позицию за ней. Вот это вот ту самую? Ту самую, да. Это нормальная позиция, мне нравится. Я снизу через дропчик. То вдруг там мастер? Крабик. Ну я возьму краб. Блядь, это ты заебал отрубаться. Тема, надо бы еще снизу. Ты, конечно, поставил их, они так, ты стрельнут и все. Ну так нормально, зато мы будем знать, что они тут и... Самое главное. Ладно, тогда смотрите, тут я снизу посмотрю. Independent variable added. Что там вообще соло? Блять, ну я его одного видел. Не, ну стрелял он тоже один. Что-то не слышал даже.
Someone traveled through here recently. Только что прокатился. 12 секунд прокатчик? Назад. Прокатчик, что ли? Слушай, он походу вот там же пойдет, где мы были. Я здесь смотрю. Больше не вижу. Да, к вам пробежал только что. А он один, по-моему. Двое. Одного броника снял. Что за хуйня, блядь? Куда ты нахуй, блядь? Бананя мама? Фантазер. Кирюху обзывала. Пиздец, ебать, да че он так долго апает? Ёбать. Опуск. О, второй левел. А почему у меня золотое что-то? Ха! Что за? Что за? Да фак. Вот это нормально. Кто там? Понял. Мне нравится. Че дало? Да, там казнь на этого. Pathfinder. Тём, ты чё говоришь, чё-ка долго? Спать ты не идёшь, чё так долго? Время, чё нужно. Нет. Меня бесит. Что значит нет? Почему я? Два дирижабль. Почему? Пойдем туда вон. Чем? Чем тай? Let's do this, brothers. Brothers? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, у нас вообще проблемы. Мне кажется, стоит спрыгивать, я сейчас это сделал. Главное... Я спрыгнул, я улетел. Главное вовремя спрыгнуть. Ебать, ты откуда оружие-то нашел, алло? Блять, мужики. Я за зоной, наверное, умру. А ты спрыгнуть не можешь никак? Нет, меня тут... Нет, ебать, меня тут это... Девочка, ебать, нам пытается. Да, девочка. Ебать, лутает, нахуй! А тебя поднять никак там нельзя? Или можно забрать? Да ебать нахуй, заберись на самом деле, блядь, наверх, ебать. Когда заберешь? Не, ну это можно забраться. Что я имею в виду? Это можно. Reloading.
боится. Это же мерзко. Блять, сейчас бы с золотыми арморами бегать, блять. Хуй ёще, блять. Мразь ебаная, блять. И в голову ей, блять. Так, кому там спасать? Тёма? Меня не смотри. Да нет, там с золотым армором. Рейф. Ну, меня она не интересует. Его, он бежит по воде. И дверь перед ним открылась. Я ты, блядь! Я в голову попал! Ебать ты нахуй, блядь! Рука на диком западе, блядь! Что это было, Данил? Это был выстрел на 83. Я заметил! Time for dinner. I got pork chops tonight. Yeah. This is your champion. Hello. I like the wind in my hair, bogs in my teeth, and long walks off a high cliff. Hello. Алло? Follow the leader. That's me. Or don't. Whatever. As long as we win. Алло? Алло? Чё, блядь, ждали-то, пока все выпрут, я не понимаю. Не знаю, он вообще лично с нами не разговаривает. Э? Угу. Чё? Бля, чё, его?
Потому что фантазер. Кирилл, у тебя проблемы какие? Нет. Почему-то. Хули ты молчишь тогда? Так ты ничего не спрашивал, блядь. Я спросил вообще-то. Че спросил? Почему он позже всех попробовал? Так тебя не было, блядь. Это не значит, что не надо прыгать. Сколько раз-то говорить надо? Мне каждый раз-то говорить. Говори, я тебе сказал, говорю. Говорю, говори, говори. Говоря. Да? Оу, да. Фантазер. А, да? Чего вы молчите? Я сказал. Я так поздно сказал. Как слышал? Тут они. I'm running! Горит, 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 горит. Ок, смотри, горит. Один к вам еще прыгнул. К вам забегает. Где? Куда, влево? Вправо! Щит выбил. Бум! Фулл сквад даун. Сквад даун. Еще одна цифра, да ёбану в рот. Не видел, как я с пацаном тут пообщался, который в комнате стоял. Понял, игра вылетела. Ясно. Давай почитаем, почему игра вылетела. Там же говорили, что сейчас это можно делать. Блять. Так, где это писаться-то должно? Понял, я, видимо, не узнаю. Манда. Манда? Че, пошли на следующее переключение? Ты, может, себе шутку зачаржишь, нет, Кирилл? Почему, когда едешь на этой хуйне, берешь, блядь, в руки пистолет? Так. Вернее, не в руки пистолет. В руки пистолет? Не-не.
Тогда, короче, едешь на этой хуйне и уезжаешь этот. Типа. Под троечкой. Удар с руки. Он берет, сука, оружие и начинает с оружия стрелять. Да раз, ебаный. Зачем он это делает? Я хочу, чтобы я ехал и такой ножиком ебать. Ха-ха! Ха! Фантазер. Как ты меня заебала? Сейчас пошли, я с ними вон повоюем, да? Все. Нет? Тим? Я хочу, сука. Кого? Найти ебаное нормальное оружие какое-нибудь. Смотри, а там вот они. Как? Да какой-нибудь этот. R99, там что-нибудь такое, блядь. Пойдем еще в зону прибежим. Ну это он так по пацанчикам пострелял. Надо еще пострелять. Фантазер. Кирюха, зачем они сейчас вот отсюда должны, по идее, прийти? По идее, но это не точно. Мне кажется, меня обманули. Насчет чего? Насчет того, что должен быть файлик с тем, почему игра крашнулась. Но его нигде нет. Мы же наебали два раза. Ну, как они тут будут идти? Подумаем. Тоже не спустились. Чё-то дома прям под ноль залутанные, блядь. А, если они только через пещерку, блядь, не засали то, что я бы не поспел. Данил. Что за чай мешание опять в моих ушах? Тёма, я пытаюсь горло. Починить? Да. Я глотать не могу. Знаешь, как будто ножик глотаю. Это такое, я знаю. Данил, есть, короче, охуенный способ. Просто не глотай. Главное, не глотай. Да. Никогда такого не говорил, только не глотай. На него не спустились. Тихо, тихо. Да я в рот, он бесконечно стреляет с этой хуйни, бля. На мне двое. В рот ебал, блядь. Нахуй, блядь! Двое там, блядь, он еще сзади, блядь, слева был. Ты когда сам на типа попинговал, блядь, нахуй, и пошел в эти дома, блядь. А тут еще типов нашел. Тёма. Оу. Знаешь, как Акторина, блядь, ноги потерял. В смысле, я сам нашел? Чего еще раз? Знаешь, как Акторин ноги потерял? Акторин? Актеин. Кто?
Герой новый. А, вот этот? Угу. А. Ты... На своей ульте просто тестировал, когда прыгал. Ноги потерял. Тут тоже... А чё у него за живот? Бангалор, ты его называла. Бэ, это какой-то больно, что ли? Ой. Faster, stronger. I accept the challenge. У меня прям одна игра осталась до второго левела. А чё, это чё такое? Ёбаный ты! Ты же сам его выбрал. Не выбирал я его сам. Так не сильный. Когда перед тем, как запустить, ты его выбрал. А чё нахуй? Ой, блин. Ты чё у себя, Кирилл, ведёшь как быдло, блять, а? Чего, блять? Чти, да? Опаснуй, слышь? Во, я же говорю, как быдло ебанать идешь. Обоснуй вот это вот, ебать. По-пацански расскажи, да? Кирюха, за шмот пой. За шмот отвечаешь? Алло. Хуй мне болгу не дала. Хуя ты рифмал, плёс. У Козловска учился, что ли? Тут тёмный. Так вообще ни разу. Блять, не шутил! Ёб твою мать, я чуть вниз нахуй. Три броник, смотри. Три жопки. Хелп! Че, они у тебя уже стоят? Вот, да. Нами тут били. Слышу. Прямо под вами было. Иду. Вообще без хп, ебать. А можно мне помочь? Спасибо. Вот ты-то что тут делаешь? Ты-то откуда тут взялся? Да, он оба... А, это вообще-то не пьешь? А на тыре это другие? Нет. Они не пошли резать просто, как бы. Как в прицел. Он попадал. Робот! Открывать. Мне тоже что-нибудь золотое у тебя, нет? Дальше. Наебало. Ёбнулось что-то. Что-то не падает. Подожди. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Что это, ебать, получается донатеры, да, вот это? Кто? Кирилл? Что? Как это?
Кто это? Кто это сделал? Кто это сделал? Где это сделал? Опять Лёня, что? А чё, куда Лёня опять вчера пропал? Ты всё? Опять? Блин. Инвизёр! Вот Кирюха, вот тебе спать не пора? Смеемся, короче, над Лёней, да, вот это вот стебаемся. Нет, вдруг у него там старческий маран какой-нибудь или еще что-нибудь. Понял. Ничего. Вчера вдруг он забывает, что происходит в его жизни. Ну вот он это вот вчера ливнул, а уже забыл. Вчера же. Ой, все, Данила. Тёма, давай вместе работаем. Мозамбик, Тёма, не работаем. Я почти разъебал. На удар остался. Фаста, 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 фаста! Блэй, конечно, нормально нашел, я к типанке, вон им пришел. Хуя он мне дал, блядь. Ползи сюда. Еще один, еще бегут. Блядь, ебать, там народу бежит. Я двери блочу. Лучше ты не знал бы. Че там? Я не пускаю его, смотри, смотри, он хочет к нам заползти. Мужики, робот к нам! А почему не с одного удара убили? Ой, тут что? Что происходит? Что за ёбань? Они лут нам принесли. Ага. Уют, блядь. Сильно. Где-то тут еще один овер. Че, или он к нам заползал еще? Сейчас так бегает со стороны. Так я сейчас этого понял, я его почти разъебал, короче. Ну, такого же, как я, который сейчас последний кого бежал. У него на один удар, короче, осталось, блядь, ебать. Он эту хуйню подрубает, и я его догнать, короче, не могу. Такой, блядь, думаю, а дайте мне похилит. Я и магию хилку хотел уже поставить. Надо? То, блядь, так давай, хули ты спрашиваешь-то еще? Данил, можно, могу назад передать. Потом, если... Че? Блядь, мне так нравится, когда Кирилл тебя спрашивает, ебать. А че, говорит, хилку может надо было поставить, да? Не, ну когда прошло, я тебя спросил. Может, ну, ты хочешь сразу... Что, мы идем, нет? У меня, если честно, у меня воевать шибко особо нечем. Так у меня тоже шибко нечем. У меня ебать 25 и 3 тяжелых. И 15-32 легких. Больше мне нечем воевать. Бам-бам-бам-бам-лейла. Что ебать, я не... Просто он нашел одного. Где у тебя? Да. Уйди, уйди! Блять. Блин, он вообще без хп. Куда он делся? Бежал в этот? Да? Ну. Нихера себе. А почему ты? Нихера, я залетел. Тёма. Всё, всё? Дермора? Дермора, вы... Вообще без хп.
Хера, я залетел. Да я видел, ебать, я только не понял, как это так? Да пошел ты нахуй, как ты попадаешь, блядь, твой ебаный. Кирилл, вообще вы же не бой, блядь, нахуй, бой хуяк с тобой ему, блядь. Не бой ему, маленько. А этого Нэки, ты его убил там, а нет? Кого? Которого я нокнул тут. Нет, я его даже, блядь, не увидел. Ты мне сказал это, ты все, и я отвлекся. Нашел. Блять, мне патроны нужны, мужики. Тут все есть. Что за тень? Те че на какие? Надо легких было. О? Есть легких, но. Пальцы. Тяжелых много. Резнули кого-то. Прям тут резнули. А, да, блядь. Я что-то вообще дупляю, блядь, нахуй, нормального не могу. Туда куда-то убежал. Одного нокнул. А робот где? Не видел. А, я видел. Феникс там возьмите. Феникс. Блять, ты такое мясо нахуй было, вот ты на мясо, блять. Это осталось. Что ты говоришь? Три отряда, говорю, осталось. Ага. Блять, там же легкий увеличенный. Есть кого-нибудь лишний? Ты же где-то валялся, блять. У меня что-то не видно. Не помню такого. Он, блядь, простой валялся. Ты мне объясни, как ты на той штуке так далеко улетел, а я нихуя не улетел. Данил. Так я с подката. Чего? Я с подката еще подпрыгнул, когда на нее залетел. Может быть, это затокалося. Сейчас, ну-ка, погоди, сейчас по-другому проверим. Там же от скорости зависит, как ты на нее вот, вырываешься. Погоди, сейчас проверим. Главное попасть. Блять.
А, ну ладно. Че, ты тоже залетел? Да не, я иди не на той. Мы вместе угра. Я же сам умею себя кидать. Ну это понятно. Крещи хз. Я еще такой смотрю, ебать, ты такой на неё залетаешь, ебать, я сейчас так же полечу. Лечу, ебать, что-то не долетает, нахуй! И я такой, знаешь, как вот это, как, блядь, как в мультиках показывают, ебать, вот этот грустный взгляд такой, и вот эта лапка, типа, чик-чик, блядь, не дотянулся. Короче, дропчик кто-то вызывал. Не знаю, куда они свалили. Как мы будем искать? Кирилл, вызывай. Дропчик? Конечно. Я нашел, не вызывай. Сами вызвали. Фига, тут муравьи просто. Туда бегу. Че, пойдем за ним? Вот еще одни. Сейчас мы будем с этими стреляться при тупке. Ебать, все в порядке. Нихера себе. Нормально. Тема. Здесь близко, близко, близко. Да, близко. У. Тёма, наверху на тобой. Где он, Тёма? Убил его. Всё, мы всех там разъебали, да, получается? Я похилился. Блядь, по мне уже дают. Ну, там те, да. Те давали. Они бегут, всё. Они там. Да, они издалека давали. Ебать, я сейчас нахуй надавал. Вот, они мне первый раз дали, а потом нихуя я по башке нахуярил, блядь, дури. Не, Г7 для тебя. Здесь уже есть. Где? Метку, блядь. Там, не, где? Без хп. Ну где-то тебя по мне давало. Да, но я вижу. Вот там. Бать. Маля что? Дает. Где у тебя? Упал, нет. Он в кишку упал или нет? Да. Оп, нахуй, полетели вертолетики! Нахуй, в голову, блядь. Блядь, ты просто всей хуйни здесь стреляешь, блядь. Ебать, у меня ломка. Чё ты, Тёма, радужный какой. Прям как от этой Замбрелы. Когда он чё? Алло, Тёма. Тёма. Кирилл. Да. Что с Тёмой? Не знаю. Мне кажется, у него ком завис. Opening season. Very well.
здравствуй. Добрый. Что, ком завис? Да нет. Еще нахуй, роботика, давай, давай. Золото, золото, понятно. Белый, белый, синий. Зеленый? Зеленый тоже. Сейчас покажу его, кто, кто был зеленый. Теперь зелененький. Кофе угадал. А че, себе Кирилл спать пошел? Ну, видишь, на дроне спит. Даже дойти не успел. А че? Чего? Ну, все нормально. Эх, зелененький какой-то. Токсичный. Вот это вот не надо меня с вами путать, пожалуйста. Так не, вы мне скажите, вы чё ебанулись? Почему мы, блядь, нахуй, блядь, сколько уже 4 игры, блядь, выиграли, нахуй? Ну, типа, сезон стартанул, надо красиво стартануть. Потом можно и сливаться, как обычно, нет? А тогда мы что-то давно не выигрывали, а тут мы что-то подряд аж даже там сколько, 2 выиграли. Нет, 2 мы, по-моему, подряд не брали все. Брали. Или брали. Брали. Ну, пацаны, ну, раз мы чемпионы, мы должны именно так лететь, я думаю. Ну чё, мы чемпионы были? Да. Вот же это непродневая информация. Я думаю, блядь. На рынок? Нет. А куда? Чемпионский бункер. Туда летают только чемпионы матча, чтобы сразу отдавать экспо. Сейчас опять вот этот бах, нахуй, не, я туда не пойду, блядь, да? Я на дальний круг. Понял, у меня только патроны. 2 гранаты. Понял, граната, фиолетовый армор, ебать. Прицел, ебать. 8. Есть что воевать? Есть пулемет. Граната. Нет, я с зажигалкой тоже бегаю, хули. Он забирает. Фу, какая бочка у тебя сексуальная стоит. А чё этой штуки нет? Ну ещё и куда мы? А почему тут нет штуки? О. Так пойдем тут путанем? Нет? Где тубача же? Я ж поставил. Ты в курсе, ты ее забрал? Я не поставил. А. Ага. Не нечаянно. Нечаянно, нечаянно. А ты видал то, что там, блядь, золотой армор? Yes. Ты понял, да? Ну понятно все. Опа. На базе. Ай-яй-яй-яй-яй, чё гарпун-то, блядь, не вязался, что за хуйня? Или тебе такое надо? Да что? Сука. А где робот сверху, что ли? Да, наверное. Блять, я застрял! Игра, отпусти! Ебать, нахуй, вы бы видели, что сейчас. Что, ты разберешься с роботом? Да? Чё, блесно? Чё,
дома никто не видит. Ultimate accelerant here. Алло. Алло. Ведомый. Есть. Патроны тяжелые. Там много. Под башней лежит. Какой надо ком? Че? Тебя хватит. Передо мной? Типа вы? Да, понял? Машина? Были легкие. А ты патроны что ли ходишь ищешь, блять? Ну, да. Она здесь. Блять. Как я его, блять, вообще не убил нахуй, ёбаный в рот. Я ему сидел хуй знает сколько, блять. Кьёму, блять. 150, ебать. Убивал. Пацаны. Ну все, ебать, нахуй, больше мы будем выигрывать. Ладно. Фантазер. Ты заебал, блядь, эту песню уже. Она Кирюху заебала. Фантазер. Где ты её услышал? Кирюха подпевала. Фанги её слушай, а тебя грубят нахуй в этом? Блять, на стене сидел, бля, хуйня. Как обычно, хуйня страдаю, блять. Там видосик, блять, нахуй. Что это, блять? Блять. Радио Энерджи, по-моему. Там типа, блять, молодежь эту тему, эту песню перепевала, блять, нахуй, я ебать хохотал сидел. Там ебать эмоционально все слишком делали. Блять, где нам летишь, чтобы корабля долетели? Вот так. Hold your breath. If you have a respiratory system. Мы ж долетим? Притормози, брат. Братец. Блять. Брат! Нет! Я сверху пал. Надо мышку, пожалуйста. Чё, когда я тут играю, у меня мышка никогда не отключается, ведь нахуй. Тут, блядь, она начала периодически. Прекрасно понимать, что ей хуёво, но всё же. Здесь такое есть. А можно мне и то, и другое? Ты где перед? Сейчас вот пойду, ебать, нахуй. Ты, блядь, ты чё меня тропишь, блядь? Вообще не думаешь о моих чувствах? Блять, а я где-то этот проебал? Сука, вроде бы видел. Голову ты не проебал, блять. А, слушай, ну ебать. Почему? Блин, где он? М? Где был мой величин? А, в этом фонаре? Больше? Mm-hmm.
Озер. Ты Кирюху называла. Жаль, что он такой являлся. Бангалор. Блять, как она меня заебала, мужики, что делать, блять? Куда воюем? Брать этот кинуром, это хуёвые идеи эти. Он нас в пирожок заведёт. Ой, блядь, камешек. Там вот. Let's go this way. Рынки открыты. Да, пойдем. Можно? Из него закрой меня тут? Закинь или открывает, а тут робот. На нахуй! Как чему там? Level 2! Пиздец, ебать как нахуй. Ебать как они делали, как эти детали легко попадаются, ёбан. Да, они уже не так далеко. Тебя все видят. 30 секунд remain. The ring is nearby. Бля, опять этот страшный звук. Там окнутые, видели, да, ползла? Еще у тебя, Данил. Так вон на портал поставила. Вон. Че бежит? Где? Не, хп вообще нет. Я кончу, чума хуярит, блядь, добивает, блядь. Сука, блядь! Ой, блядь. Да бы я всех разъебал, блядь, нахуй, блядь, въебывать. Добивало, блядь. Ебло у тебя добивало, блядь, верни мои тяжелые, блядь. Сам ты дебил, блядь. Так, кстати, нахуй, мне это не надо. Хуевшее, блядь, ебло, блядь. Чё, пиздит, блядь, чё-то нахуй.
хули добиваешь там? Жопу, блять, иди свою добей, блять. Бывает. Засейвил, блять, нахуй, ну, да, бомжару, блять. Куда ты нахуй засейвил, блять? Че золотой был? По чате? Да раньше, блядь, на секунду там. Блядь, как меня эта музыка бесит, блядь, за зоной, это пиздец, она такая уебищная, блядь. Пожалуйста. Ну что, полиция контроля зоны? Yes. Yes? Spray in English, типа? No. Фантазер. Ну что я могу тебе сказать в ответ на это? О, повез булочку, смотри. Ты толкаешь? Вот так. Слышишь? Алло. Кирилл, отдай бочку. В смысле, отдай бочку? Дэвид Блейн! В рот мне ноги, фак мой мозг. Какую тебе бочку надо? Мою. Ну что, блядь, я возьму. Блин, там краб. Видишь, вообще как ты? А здесь был где-то череполом? Или нет? Я скидывал тут череполом. Когда-то. А где именно? Вот ты прям на нем стоишь, алё. Ты аутист? Я его не видел. Ты чё ты делаешь-то, блядь? Там пацаны же. Взял, спалился. А у них там краб. Я говорю. Сейчас да? С краба один выстрел даст и сагришь. Ты у них краб? Да. Сейчас, я уже плиточку сверху занял. Правда, у меня прицелов? Ага. Нет. Торец? Это не это. Не есть хорошо, наверное, или есть хорошо. Нет. Подожди, это с этой стороны? Где с этой? Стой. Стой, нет. Вон. Ну так это с этой. Да какая нахуй каска, блядь? Там, блядь, треснул. Нахуй каску. И никто не стреляется. Это что? У тебя? Блять, опять эти страшные звуки. На корабле. Бля, они умеют так далеко воевать. А я не хочу с ним воевать. Ну ой, я тоже так далеко не умею. Я ближний бой. О! Теперь могу. По вам? Прикольно. Видишь КП? Сведомого один выстрел. Сведомого он тебе дал? Сведомого дал, вот на таком расстоянии. Один выстрел. Ебать! Это мне с чего дали, блять? Короче,
че, я не буду с ними стреляться, мне нечем армор играть. Да не, все, я сейчас это. Я сейчас подсъебусь отсюда, наверное. Мы вообще можем вот с этой стороны пойти, спокойно и обойти. Пусть к ним какие-нибудь. А у меня такое ощущение, что уже подо мной! Ебать, вообще на хп просто на, блядь, на тычку, блядь. А, на корабле все еще есть. Да. Я сейчас тут сюда за машину отполз, ну здесь у меня там. Нет, не, не факт, не факт. Обман. Блядь, есть, есть, у меня есть. Я на мышку пьюсь. Я бегу. Заходит. Чаржится, чаржится, чаржится. Заходи давай. Да, конечно, заходи. Блять, там она тупо на мне нахуй осталась. Мина. Да блять, Тёма своим ебаным ящиком тут лег, блять. Ой, слышь, куча. Ты ебло ебаное, ты ходить умеешь, ты, блядь, перепрыгнуть не можешь? Ой, блядь, прям в двери, блядь, сел нахуй. И хули? Чё, турбо? Пойдем. Ничего, какие резкие-то. Блядь, да в 4 вот метра. Сильно. Данил сам зовет в турбо, блядь. Когда такой был, блядь. Фантазер! Как это заебало! Ты его называла! Надо уже скоро спать идти, поэтому... Можно парочку сыграть и спать пойти. Матадон! Мастодон? Матадон? Нет, Матадон.